Давайте посмотрим, как перезимовал в этом году виноград. Вот так они у меня укрыты. Теперь буду их раскрывать. Тут у меня хвойная лапка, вынимать хвойную лапку. И сегодня хочу еще произвести вечером обработку. На улице около 18 тепла днем было, сейчас чуть-чуть меньше, где-то около 15. Ну, ночью бывает похолодание до 3-4 градусов тепла. Итак, приступаю к открытию данных кустов винограда. Хорошо они сохранились под хвойной лапкой. Проветривание было хорошее. И вот здесь давайте тоже глянем. Вот открываю хвойную лапку. Здесь еще сверху пепел у меня и хвойная лапка. Вот как наблюдаем, какие хорошенькие лозы. Чистые, сухие, все просохло. Вода вся ушла, грунтовка. И сегодня вечером хочу еще произвести обработку. Осень я делал обработку железным купорсом 5%, а весной хочу делать медным купорсом. 50 грамм медного купороса плюс 300 грамм мочевины с расчета на 10 литров воды. Так пусть они в шине будут связаны. Сейчас обработаю все это. Как видим, хорошо они тоже вот подвязаны. Земли они в этом году не касались, можно сказать. На возвышенности было. Вот как хорошо лозы сохранены. Сейчас будут приготовить баковую смесь. И в течение 2 часов необходимо обработать эти виноградные лозы. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания.